Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сегодня мы порадуем вас очередным полезным сюжетом, который снимем за пределом нашего огромного шестиярусного склада. Сегодня мы вам расскажем, как можно преобразить и возродить фары вашего автомобиля. У нас в наличии очень много автомобильных фар. В большинстве случаев люди покупают их на замену, когда фара повреждена или же разбита. Но что делать, если формально фара целая, но помутнела и вообще плохо светит? С этой проблемой сталкиваются гораздо больше автомобильных владельцев. Можно ли освежить родную фару, восстановить ее яркость и вообще улучшить ее характеристики? За этими ответами мы поедем в специализированную мастерскую, которая восстанавливает фары и улучшает их на очень высоком уровне. Автомобильные фары в зависимости от источника света бывают галогеновыми, ксеноновыми и светодиодными. Среди светодиодных есть матричные фары. У них источник света формируется из множества мелких светодиодов. Есть так называемые лазерные фары. Да, действительно, лазер там есть, но лазер непосредственно дорогу не освещает. Он возбуждает люминофор. Поэтому то, что маркетологи называют лазер, фарами, на самом деле являются лазерно-люминофорными. Но широкого распространения они не получили, потому что диоды отлично справляются с этой задачей и стоят дешевле. Также активные фары сегодня никого не удивляют. Если раньше они просто отклоняли пучки света и переключали автоматически ближний свет на дальний, то сегодня в них просто много источников света, которые могут реализовать любые сценарии освещения дороги. Ну а теперь не будем томить вас теоретической частью, погнали в обалденную мастерскую, где вы получите ответы на все вопросы. Ну что, мы приехали в компанию «Мир Фар», филиал которой появился в Республике Беларусь. Адрес: город Минск, улица Автомобилистов, 12. Вот представитель компании «Мир Фар» Антон. Антон, мы привезли вам Honda CR-V 2016 года, и владелец жалуется, что света нет. Слушай, ну смотри, во-первых, это самые базовые простые галогенки, ну галогеновые фары. Сейчас, в принципе, даже на многих новых автомобилях, если ты видел, сейчас идет либо галоген, либо же сразу светодиодные. То есть от ксенона, вот допустим, вон тот же за нами, Линкольн, у него ксенон стоит. От него просто решили отказаться. То есть сейчас, на данный момент, мы можем просто убрать тебе также отсюда галоген и воткнуть сюда LED-овскую линзу. Ну давай пробовать, с чего начинается вообще процесс весь? Мы сначала снимаем фары с автомобиля, потом уже приступаем к разбору этой фары. Ну а там уже разные герметики есть. Есть жесткие, есть легкие. И жесткие, я так понимаю, она расклеивается будет несколько часов. Да. Это будет очень много мата, очень много работы. Ну и пока она будет расклеиваться, мы восстановим еще одну фару, очень интересную, да, от автомобиля, который называется Mercedes. Я так понимаю, что мы будем восстанавливать вот эту фару. Да, смотри, это C-шка Mercedes 205, LED-овская оптика. В принципе, очень красивая фара. Но вот смотри, допустим, вот, слышишь? Просто, она максимально мертвая. Мы можем здесь поменять корпус, поменять стекло, и это будет идеально новая фара, как на примере, предположим, вот G30. Вот сколько вот эта фара стоит? Ну смотри, на дилере это несколько тысяч долларов. В принципе, мы продаем это в районе $1000 вот будет стоить такая фара. Но момент в том, что вот если человек попадает в ДТП, вот предположим, вот в таком состоянии. Это результат ДТП. У него фара. У нас есть комплектующие, это корпуса и стекла, которые мы можем заменить. Собственно, у человека получается вот такая фара. Человек экономит там 60-70% на ремонте фары. То есть получается, что у вас вот эти фары, они как новые, только восстановленные. Да, да. Стоят в несколько новый раз корпус, дешевле, да. Но выглядит она как новая, в принципе, светит как новая. Ну и, соответственно, там, если человек приходит со своей фарой, да, то восстанавливается за совсем небольшие деньги, без проблем, нежели покупать эту на фару. Сайте есть и комплектующие, там корпуса, стекла, маски можно найти. И отдельно также можно, конечно, делать самому это, но ты понимаешь. Самому это получается всегда дороже, я так думаю. И дольше. Вот, и дольше.
По итогу, у вас можно отремонтировать фару, улучшить ее характеристики, купить восстановленную фару, и также вы продаете комплектующий к фарам, если кто-то решил там сам ее починить. Да, это корпуса и стекла, в принципе. Ну и мы еще параллельно, мы скупаем фары, вот за нашими спинами вот эти фары, часть фар, которые мы восстановим, и также можно будет их приобрести на нашем сайте. Ну и помимо ремонта самих фар, мы еще делаем тюнинг, это и стайлинг фар, это когда красится фара, там делается антихром, делаются какие-то индивидуальные надписи. Мы можем делать RGB-шные подсветки, это когда ты с приложения управляешь разными там цветами. Ну это, знаешь, это прикольно. Это поиграться. Да, на парковке подъехать, поиграться, там попонтоваться, что вот у меня вот такое есть. Как бы, ну и вообще полный спектр, это электрика, и утопленные фары, все это восстанавливаем, все это делаем. Так что welcome. Welcome. Ну, наверное, сейчас уже всем понятно, чем клиент недоволен. Ну, смотри, в принципе, это стандартная комплектация вот, и свет галогеновых фар. Вот я специально взял линзу. Это одна линза, светодиодная BLED. Вот смотри, сейчас давай просто тест маленький. Вот этот свет? Это одна линза, а здесь на Хонде будут две таких. И дальний. Ну что, и мы начинаем нашу разборочку! Вот смотри, мы с тобой сейчас говорили про корпуса и про стекла. Вот клиентская фара, это F30 BMW 3, рестайлинговая, на LED-овская оптика. Вот видишь, какое стекло сейчас убитое. То есть, в принципе, вот это вот мы можем спокойно снять. Вот, фара в разборе выглядит вот так. И про комплектующие, которые я тебе говорил, вот есть стекла новые. Но я сейчас распаковывать не буду. Ну, вот оно, хранится вот так. Мы просто вынимаем маску, ставим сюда, чистим, и вот тебе, пожалуйста, новая фара. По твоим словам, все легко и просто. Ctrl-C, Ctrl-V, да? Взял, снял, вставил. А на самом деле, как вообще это происходит? Ну, смотри, на BMW это одни из самых сложных вообще фар, и там жесткий герметик. То есть, чтобы ее разобрать, мастеру требуется 3-4 часа. То есть, она греется, потом снова разбирается, потом греется, разбирается. Вот здесь в буртах есть герметик. Собственно, его нужно вычистить, чтобы потом на экструдере залить новый герметик. И, собственно, потом вклеить стекло. Ну, вот даже на примере сравнения, вот смотри, одно стекло и второе стекло. Но я думаю, ты видишь разницу. Не, ну, нет. И это, собственно, будет новая фара. Итак, финальный этап перед тем, как клиент увидит свою красивую фару, это склейка. А в первую очередь, это надо сделать фару герметичной. В этом нам помогает герметик. То есть, собственно, чтобы соединить корпус и стекло, это как два отдельных разных элемента, нам нужен герметик. Многие используют ленточный герметик. Кстати, пришлось сейчас даже найти его. Понимаешь? Вот такой вот. Но многие с этим сталкивались. Вот это обычная лента. Колбаска, которая вкладывается в корпус, греется в печке. Ну, или кустарным способом. Многие это раньше делали феном и коробкой. А сейчас мы это используем вот такой экструдер. Закидываем туда брикетик герметика, он плавится, собственно, и подается в бурт самого корпуса, и потом заклеивается стекло. Слышите, как он печеньку дожевывает? И вот какой мы красивый финальный результат получили. Собственно, от начала, как приезжает нам фара, до финального этапа проходит в среднем 3-6 часов, в зависимости от герметика, и фара приобретает вот такой новый вид. Очень важный момент, если вы попали в ДТП или разбили свою фару, максимально быстро либо же приехать к нам, мы ее отремонтируем, либо хотя бы заклеить скотчем или еще чем-нибудь, потому что, во-первых, могут сгореть блоки управления или блоки розжига фары, хром может слететь. В общем, лучше не затягивать и делать это своевременно. За каждой компанией стоят талантливые люди. И фарами к Honda CR-V будет заниматься мастер Илья. Илья, расскажи этапы, вот с чего начнем. Для начала нам надо убрать защиту по фаре, чтобы она нам не мешала в плане разбора стекла от корпуса. И отправляем фару в печь для разогрева гермета. Поехали.
Илья, расскажи, что произошло с фарой и наши дальнейшие действия. Фару мы разогрели несколько раз при определенной температуре в печи, сняли стекло. Дальнейшее действие — будем удалять старый лишний герметик и устанавливать сюда биледовскую линзу. Из чего состоит галогеновая фара автомобиля 2016 года выпуска? Это всего лишь корпус, отражатель, немножко электроники и желтая лампочка, которая всем знакома. Ну а теперь приступаем к нашей второй задаче. Это восстановление фары 205-го Мерседеса. Обратите внимание, что в ней разбито стекло. И если бы не компания Мирфар, то владельцу бы пришлось покупать эту фару новой. Илья, как дальше будет происходить ремонт? На самом деле фара очень сложная в плане разбора. Здесь замена стекла идет. Ее надо разобрать с сохранением корпуса. Я ее уже почти подготовил. Вот это старое стекло на выброс идет. Мы ее чистим здесь, моем аккуратненько, вытираем и ставим новое стеклышко. Но фара непростая, да? Фара непростая, очень сложная. 80 диодных модулей. Так как стекло было разбито, грязь сюда попадала и мог бы где-то повредиться хром. Вот, но здесь не вижу никаких повреждений, это все аккуратненько чистится. Но хром, в принципе, тоже восстанавливается, если... Да. Но самое главное, еще сложный герметик здесь присутствует. Пришлось фару разогревать несколько раз и аккуратно разобрать, чтобы сохранить корпус, ну и внутренние детали. И еще раз напомним, что весь ассортимент комплектующих для ремонта фар вы можете приобрести у этих ребят. Обратите внимание, что нанесение герметика производится на профессиональном оборудовании. Вот эта вот штука называется экструдер. На первый взгляд кажется, что все просто. Расклеил фару, почистил фару, заклеил фару, и вот получилось так аккуратно. А как на самом деле? На самом деле без опыта, без обучения, без специального оборудования у вас это не получится. Сейчас по фаре уже проведены работы, установлена линза. Антон, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что было сделано. На данный момент что мы сделали? Поставили сюда светодиодный билет-модуль. Это он работает и на ближний, и на дальний. Дальний твой сохранили желтого цвета, как галоген у нас, в принципе, светит. Почему? Объясню. Кто-то от этого избавляется. Но когда идет смесь желтого и белого цвета, на дороге это гораздо безопаснее и лучше. Вот, в принципе, можно было и сюда поставить свет, сделать квадро-билет тебе, чтобы там тут две линзы, там две линзы. Вообще еще можно сделать кучу всего, но так как мы были ограничены с тобой во времени, задача была улучшить свет. Смотри, оно, в принципе, выглядит очень аккуратно, очень красиво и, в принципе, как по заводу. Предлагаю поставить сейчас стекло, поставить фару на автомобиль и посмотреть. Кстати, мы отдали машину в 12:30, сейчас 22:46. И практически машина готова. Тачка готова, она теперь выглядит, я так понимаю, что гораздо дороже. Это мои слова были. Ну все, дядь, принимай работы. Линзы установлены. Как тебе? Ну, визуально, реально машина стала выглядеть дороже. А сейчас мы поедем и посмотрим, как это чудо светит. Ну а теперь кульминационный момент. Свет ближний от Теслы. Свет дальний от Теслы. Опять свет ближний от Теслы. Свет ближний от CR-V. И дальний. Как видите, после улучшения свет фар Honda не уступает свету фар современной светодиодной оптики, а дальний даже бьет дальше. Ну, я скажу, что огонек? Да. Ну, спасибо, братан. Теперь твоя тачка официально прокачана.